Во-первых, хотели бы поздравить команду Ленинградки, потому что они лучше играли просто и удачи в финале. А нам первое надо работать, надо найти время, первое, чтобы поработали хорошо, а специально с иностранками. У нас сегодня не получилось ничего, слово совсем. Ни подачи, ни прием, ни передачи, ни атака. Ленинградка очень хорошо блок ставила, играли в защите. Но у нас отвратительная игра, других у меня слов нет. Что хотел сказать, это огромное спасибо казанским врачам. К сожалению, вот в Саратове медцентра нет никакого нормального, а вот в Казани за вчера и сегодня местные врачи подняли Чернову, которая вообще не то что нападать, ходить не могла. У нее была полностью парализована, можно сказать, спина и шея. И видели, как сегодня она смогла нападать. Поэтому спасибо большое городу Казани за помощь, которую он нам оказал. Задача была сыграть именно блоком. И основа была, мы очень хорошо разобрали, в принципе, Казань достаточно, несмотря на то, что по составу, наверное, самая сильная, но очень понятная команда. И мы знаем, кто куда нападает, когда, куда подаешь. И в этом плане было достаточно понятно, как играть. Единственное, что не справились очень хорошо, в первой партии играла ваша диагональ. И мы, к сожалению, никак не могли подобрать темп переноса рук. Как только вот эту паузу стали правильно делать, все наладилось. Ну нет, были периоды, когда Лиза Лукьянова доставила нам огромное количество проблем. То есть это было прям так собрано. Очень много было расстройств, когда ты вроде все делаешь правильно, она все равно очень хорошо проходит. А потом ее поменяли на Аню Климец, которая тоже со своей левой рукой очень неудобна. Мы только настроились на одну, поняли, как это справиться с ней. И выходит свежий игрок, который тоже концовку доставил очень много проблем. И... Ну и, конечно, хотел отметить прекрасный выход Ветрова из Климец. Они практически перевернули игру, еще чуть-чуть, и все бы получили инфаркт. Вот. Молодцы, и подачу удержали, и забила Климент, все. Поэтому, ну, очень хорошая команда Казани, очень хорошие болельщики, очень хороший зал, очень хороший город, мы его очень любим. Спасибо всем большое. За 20 лет медали такого масштаба у команды не было. И это огромная радость и для тренера, и для команды. Это, ну, тренер говорит, это исторический момент, и я рада приложить к нему свою руку.